ну, не дай бог, ракеты, макеты, чтобы, ну, держа. Поэтому всех собрали сюда, ну, обеспечиваем все, кушать, все, все. И люди помогают, привозят там, что надо, ну, вот так. И вот уже четвертый день, вот так тут. Я сижу и молюсь о том, чтобы эти переговоры закончились успешно, чтобы договорились о том, чтобы бойня прекратилась, чтобы не было войны. Мы с мужем из Донецка, у нас еще не было тогда детей, мы тоже в 2014 году уехали, тоже уезжали дома там с маленькой сумочкой, когда шла война, начиналась. Мы уехали буквально там у друзей пересидеть, но мы домой так и не попали. Мы уже потом осели здесь, в Мариуполе, и вот сейчас уже повторилось то же самое с детьми. Молодец, молодец.